Всем Серегам привет! Вы на канале Vitaly Plays, и сегодня мы будем открывать ящики сразу с двух мобилок телефонов. Итак, поехали! Надеюсь, сегодня мне удастся выловить что-то рарное. На этом телефоне у меня есть 32 тысячи монеток. Начинаем открывать ящики. Итак, заходим. Ящики. Ящик солдата. Самое рарное здесь у нас это юбка. Итак, поехали. Открываем единожды. И здесь у нас рабочие ботинки. Такое у нас уже было. Повторяем. Без комментариев. Повторяем. Очки панк. Тоже было в прошлом выпуске. Распиратор. Ну, неплохо. Лучше, чем футболка и штаны. И футболка. Футболка красная. Телевизор, Михалыч. Не хватает БП. Еще раз. Не хватает очков 7000. Вот и все, что удалось выловить на 30 тысяч. Может, у нас получится обменять монеток? Ничего у нас не получится, потому что... А, вот у нас есть еще ящик. Давайте посмотрим здесь. Ящик героя. Ладно. К сожалению, здесь у нас выловить ничего не получилось. Переходим к следующему телефону. Итак, телефон номер 2. Это аккаунт моего друга. Мы часто катаем с ним в папчик. Поэтому, если вы хотите поиграть с нами, я оставлю свой ник в описании. И добавляйтесь в друзья, потому что я не успеваю добавлять всех и каждого. Здесь есть 70 тысяч монеток и куча элитных ящиков. Так что поехали. Попытка номер 1. Футболка красная. Ботинки. Да что ж такое? Ну! Плохо. 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 Вообще не везет. Опять ботинки панк. Ну. Штаны. Очки панк. Да что ж такое? Распиратор. Уже выпал третий, по-моему, распиратор. Все. Закончились у нас очки. Поэтому спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, никнейм свой я дам в описании, но прежде я открою элитные ящики. Итак, заходим в инвентарь, находим ящички, и у нас есть купоны, и поехали. Попытка номер 1. И здесь... Сникерсы. Кто любит сникерсы? Никто не любит сникерсы. Поехали дальше. Сильвер фрагмент. Ну, такое. Маска. Ну, вот, наверное, самое годное, что выпало из всего, это вот такая вот маска за сегодня. И еще один купон на черный ящик. Оранжевая футболка. К сожалению, сегодня нам годного мало чего выпадает. Может, это я такой нефартовый. Напишите в комментариях, что вам выпадает чаще всего. Просто интересно. Так, поехали дальше. Нет, наверное, курточка. Вот это самое крутое, что выпало за сегодня. Это курточка. Майка. Маска. Штаны. Да. Еще осталось пару ящичков, сейчас посмотрим. Быстренько их откроем. Итак. Рубашка. Футболка. Курточка еще одна. И юбка. А? Вот это самое рарное, что сегодня выпало. Так что, ребята, не все так плохо. Да,
Что ж, такие вот приколясики попались в ящиках, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, напишите, что вам выпадало в ящиках. И если вам нравится данный формат видео, тоже пишите в комментариях. Всем пока. Телевизор, ёбка, Михалыч. Ну?